Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это 28-й день моего нового аккаунта, и сегодня у нас будет, мне кажется, самый крутой выпуск за эти 28 дней. Почему самый крутой? Потому что сегодня я играл в игру больше всего, как мне кажется, и все просто по той причине, что в магазине, в продаже я увидел самого нужного персонажа, которого на данный момент не хватает на этом аккаунте. Я не знаю, поняли ли вы, что за персонаж, но в скором времени определенно поймете. Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачаннее, нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно, у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. GameGold.ru – сайт с низкими ценами. Также на сайте GameGold.ru на данный момент проходят новогодние скидки, поэтому переходите по ссылке в описании, вводите мои промокоды и получайте шикарнейшие бонусы на свой аккаунт. А мы начинаем, конечно же, творить, я надеюсь, нереальное, невозможное. И да, возможно, этот ролик будет одним из тех самых видосов, где у меня во рту все 32 зуба. Это стоит рассказывать? Да, определенно. Определенно. Это как своего рода некая история. А сегодня, возможно, в этот момент, когда вы смотрите этот ролик, в моем рту уже 31 зуб. Это я выбила, это я. Ну, пока не выбила, но в скором времени. Завтра выбью. Да. И вот сейчас, я думаю, стоит провести голосование. Какой зуб мне ставить? Все сводится к тому, чтобы золотой. Ну, чтобы, конечно, была статусность некая на место выбитого удаленного зуба. Это было бы идеально. Но на самом-то деле, далеко не смешно все. Говорят, что больно будет, поэтому я не знаю, переживу ли я этот вообще, в принципе, день. Но надеюсь, что мы выживем и переживем. И 29-й день выйдет. Как когда-то 28-й. Ладно, что ж, давайте посмотрим вообще, что я сегодня буду делать. Для начала, башня Белого Лотоса. Я дошел до 110-го поединка. Это было шикарно. Я прошел 108-й поединок. 105-й поединок вот этим вот отрядом. Это ловкий рептилий, Кенши и Брайчо. Мне в комментах столько людей написало то, что ты чё творишь? Ты зачем вешаешь, получается, яд на Рейдена Темного? Он же восстанавливается от яда. А еще плюс он просто так на восстановлении сидит. Ты что творишь? Ребят, я творю то, что я творю. И на самом-то деле все делаю правильно. Если бы вы несколько раз проиграли этот бой и просто-напросто изучили, насколько сильно истощается персонаж при нанесении яда и насколько сильно он не истощается при восстановлении, вы поймете, что наносить яд даже на персонажа, который восстанавливается, это в разы лучше, потому что отнимается меньше здоровья. Точнее, ну, восстанавливает он меньше здоровья. Отнимается больше как раз-таки. И таким образом я как раз-таки и прошел эту битву. Я несколько раз это тестировал. Я менял отряды. Я смотрел, возможно, на каком-то персонаже яд более действенный. На той же Диоре, например. Но рептилия ловкий, самый такой достаточно стабильный вариант был, где ты вешаешь яд, он начинает тупо по 1000 восстанавливать в 2 секунды, нежели когда ранее по 1000 за секунду он восстанавливал. И таким образом я в разы легче и достаточно быстро добил темного Рейдена. Поэтому для начала изучайте все, а не просто-напросто пишите, что он творит, что он делает, зачем он это делает, потому что надо. А раз надо, мы и будем и дальше это делать. Ладно, все, я высказался на эту тему, просто очень много людей писало мне об этом, и я решил все-таки объяснить. Вот, для начала, я сегодня специально постарался аж целых 5 пропусков набить. Для чего я это сделал? Мне нужны прямо сейчас души. И очень сильно. У меня уже есть 424 души, но нужно 450 душ. Поэтому вот эти вот 60 душ, которые имеются на 32-м пропуске, я их прямо сейчас как раз-таки и заполучу. Потому что я нажимаю «Получить все».
И мы сразу же получаем либо 500, либо 200, я не знаю. А, по 200. Надо везде получить все нажать, и тогда я заполучу нужный мне боевой пропуск, как раз-таки, который мне прямо сейчас требуется. И да, плюс еще 200 очков я забираю. И последний боевой пропуск вот здесь вот, получить все, и еще соточка сверху мне падает. Таким образом, как раз-таки, мы заполучаем моментально 500 очков. Шикарно, шикарно. Как мне кажется, это шикарно. Доступные награды. 60 душ я прямо сейчас забираю. И золотого персонажа, кстати, Sony Blade, оперативный сотрудник, мне падает снова. Но самое главное, это 60 душ. Я ради этого, по факту, и старался пройти этот пропуск, потому что так бы я особо-то не старался. Мне это 100 лет все не надо. А вот как раз-таки с 60 душами я вот долго думал, где их можно получить, эти души, чтобы у меня был прям эталонный персонаж на 28-й день. И на 28-й день, перейдя не в отборы, а в магазин, да где же он, этот магазин, нажав на персонажа, остается 58 минут до того момента, как исчезнет Борайчо, я просто-напросто нажимаю, сливаю этого персонажа, и на данный момент это прям самый сильный персонаж у меня в коллекции. Да, сегодня, к сожалению, без наборов, но сами понимаете, все-таки Борайчо прокачивается, это значит, мы и дальше сможем продвинуться по нашему проходнику в башне, и это очень круто. Далее, конечно же, я еще кое-что приобретаю, эту карту за 50 тысяч, да, для слияния здоровья Борайчо, это требуется тоже нам приобрести. И следующее, что я делаю, я приобретаю еще одну карту на 7-е слияние, если это получится сделать. А, нет, это уже не получится сделать. Ладно, пока что 6-е максимум. В любом случае, это круто. Мы прокачали по коллекции Борайчо, и Борайчо сейчас самый серьезный у меня персонаж коллекции, который 5-го слияния прям находится. В башню переходим. Здесь у нас остается Кенши в начале. Это всегда так было и всегда так будет, по крайней мере, на какой-то неопределенный до сих пор срок. Далее мы выбираем Ермака. Единственное, что я не помню, где Ермак находится, но он где-то находится. Вот он, Ермак. Выбираем Ермака. У Кенши у нас на данный момент Клинок Сента, Маска Элементали Земли и довольно неплохая экипа. Здесь мы ничего ставить не будем. А здесь, я думаю, что выбрать стоит Молот Гнева. Оставить Киберброню. Хотя, стоп. Вот тут, кстати, вопрос тоже интересный. Можно бездонный сосос крови поставить и, наверное, драконий щит поставить. Да, экипировка не совсем башенная, но при этом спецприем первый будет в начале боя, да и плюс Кенши будет привязывать. В общем, будем смотреть вот на этот отряд. Против Фуджина и Люкана мы играем. У меня есть 3 попытки, я не знаю, что из этого всего получится, но я надеюсь, что мы затащим. Мы затащим и пройдем с 3 попыток, хотя маловероятно. Здесь уже серьезные бои. И плюс, кстати, первая редкая экипа у меня будет. Поэтому, в принципе, есть небольшой все-таки плюс во всем этом. Поэтому пробуем сейчас просто атаковать и привязывать. Я надеюсь, привязка будет работать. И таким образом, да, вот как вы видите, мы атакуем. Ох ты, и он нас атакует. Ой-ой-ой-ой, меня чуть не добил он. Хорош, так. Нет, нет. А, как я ненавижу вот это вот перебивание. Ой, отстойно, отстойно. Так, так, так. Отлично. И у меня вылетает картинка. Не, ну в любом случае я пройду этот бой. Рано или поздно, конечно. Но все-таки хотелось бы побыстрее это сделать. Непонятно только пока как. А далее мы снова выпускаем персонажа и вешаем истощение. Он истощается вообще? Надо чекнуть. Да, вроде истощается. Но ловушка заблокирована. Я смотрю, такое себе. И смотрите, мы уже около 200 тысяч отняли. Я не знаю, сколько попыток придется потратить на данный отряд. Возможно, очень даже много. Да, он, видите, контратакует меня и перебивает. Это отстойно на деле. И, скорее всего, 2 блокбрейкера нужно вешать. Потому что вот здесь вот, опять же, из-за перебивания. Кстати, да, наверное, надо было не Кенша выбрать все-таки, а другого персонажа. Ой-ой-ой. А, так его и выбрали. Отлично. Сливает он экс-рейшку на другом совсем персе. И далее выходит Кеншик. Надеюсь, мы Люкана сейчас привяжем. Ага. Ловушка заблокирована, либо спецприем был нанесен. Вот это вот интересный вопрос. Ага, привязка есть, отлично. И все, далее добиваем просто-напросто. В надежде на то, что у нас что-то получится сделать, конечно же. И мы прямо сейчас моментально затащим. Так, хорош. Отлично, отлично, привязка работает. Мы спецприемы первые вешаем и наносим по 23 тысячи, что не так уж и плохо на самом-то деле.
Мы отлили уже 200 тысяч, получается, да, Люкану тому же самому, что не так уж и плохо. Если бы у меня на персонаже было больше возможностей, единственное, что сейчас я к углу его прижму, и тут он меня добьет. Да, когда к углу прижимаешь, к сожалению, дальше пути нет. Но при этом около 400 тысяч, по-моему, мы нанесли. Это очень крутой результат, поэтому плюсы имеются. Так, далее. Что бы я хотел здесь сделать дальше? Вообще можно, кстати, на длительный урон персонажей попробовать. В принципе, это неплохой бы результат был бы. Ну ладно, давайте пока так играть. В принципе, вроде все идет не так уж и плохо. За 5 попыток, я думаю, мы пройдем 110 поединок. Не быстро, но и недолго, я считаю. Поэтому плюсы в этом всем есть. При этом на 28 день такое сделать, это круто. Это очень круто. Так, ну тут вот не пробил. Ага, он тоже подъехал так моментально, и я тоже его не пробил. Так, первый удар, наносим, отлично, 26 тысяч, ох, вот этой вот замены я не ожидал на деле. Тут, конечно, меня добивать будут очень быстро, нам бы продержаться хотя бы до минуты 30, чтобы не потерять прям кардинально персонажей. Кстати, а вы заметили, что не восстанавливается... Стоп, а почему у Люкана не отнимается здоровье? За счет пассивки. Что-то странная тема какая-то. Ладно, будем сами отнимать. Ну да, этот бой я похуже отыграл, конечно. Ну и сейчас меня добьют. Да, когда в угол персонажа зажимаешь кеншиком, дальше пути вообще никакого нет. И поэтому этот поединок я чуть хуже отыграл. Ладно, ладно, бывает, бывает. Смотрим дальше, что у меня получится сделать. Плюс я вспомнил, что длительный урон же не работает на боссах. Я тут заговорил про длительный урон, которого не реализовать, ну, кроме как раз-таки пассивной способности Ермака. Но в любом случае, я думаю, что это неплохое такое продвижение будет. Поэтому плюсы в этом всем, конечно же, и имеются. Наносим еще один урон. Отлично. Хотел привязать. Вот видите, кстати, я наношу спецприем, и он меня контратакует. Офигенно просто, офигенно. Так, 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 так. Бьем, и далее хорош. А нет, смотрите, вот сейчас у Люкана отнимается, по-моему, да, здоровье. А тогда не отнималось. Какая-то странная ситуация, ну ладно. Бывает, видимо, так оно и должно происходить. Так, 5, 4, 8, отлично. 540 тысяч. Мы уже половину отняли, что, на мой взгляд, очень даже хорошо. Отлично откинул моего персонажа. Так, давай, давай. Отлично, и оглушение. Загоняем его в оглушение. Отстойно, отстойно. Вот здесь я хотел замениться, и я прям бы смог это сделать. Если бы не вот эта шняга произошла, было бы все идеально. А так вот, как всегда получается, через одно место. Так, ладно. В любом случае, половина здоровья и там отнят, а хоть какой-то плюс в этом всем есть. Даже больше я отнял у того же самого Фуджина. В разы больше я отнял, поэтому плюс огромнейший. На самом деле, и за 3 попытки отнять по половине здоровья, это очень круто. А, что ж, смотрим прямо сейчас, что нас ожидает. Да, по половине здоровья у Люкана и Фуджина за 3 попытки неплохой результат. За 5 попыток выбьем все, и редкую экипу, я надеюсь, на то же здоровье я заполучу. Это было бы прям шикарно для прохождения именно обычной башни Белого Лотоса, над которой цель стоит, пройти ее полностью за 60 дней. Поэтому надеюсь, у меня это получится сделать. А на этом вот такой вот ролик вышел. Это все. Надеюсь, что я когда-то пройду классическую смоука также, просто у меня нет нуба сайбота, и поэтому, к сожалению, пройти пока невозможно. Но, может быть, я это пройду когда-нибудь. И давайте, наверное, под самый конец зайдем в наборы карт и откроем набор снаряжения. Один-единственный. Посмотрим, что мне выпадет. Не буду думать то, что выпадет, опять же, молот гнева. Скорее всего, маловероятно. Но, может, какую-нибудь редкую экипу я все-таки выбью. Это было бы прям превосходно, поэтому надеюсь на тебя, набор снаряжения, сразу же пропускаем все, смотрим на карты, и мне ничего толком не выпадает, зря потраченные монеты, бывает. Всем спасибо, ребят, большое за просмотр, если понравился ролик, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!